Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и вместе со мной играет канал Чухачу Товарачу ТВ. Лёха, всем привет. Да, и мы сегодня снова играем в CSGO, и но не так, как мы играли в прошлый раз. Сегодня мы играем в режим под названием Бой насмерть. Что такое режим Бой насмерть? Это значит, что мы будем убивать Максимадзе. Ну, Лёха, как всегда, про свое. Короче, коротко о правилах. Нам дается какое-то время, ну минут 10 может быть. И нам выпадает рандомное оружие. Впрочем, мы бесплатно можем выбрать и другое какое-нибудь, если оно нам не понравится. И гасить Леху. Он может гасить меня или ботов моих. Или я его ботов тоже. И у кого будет больше убийств к концу времени, тот и побеждает. Также можно победить в том случае, если кто первый наберет 100 убийств. То есть 100 очков. Очки... У кого будет больше убийств, тот убийца. Да. И играем мы на карте под названием Джунгли. Называется ты она... загрузился? Анна Сенс. Нет, у меня грузится еще, к сожалению. Пора тебе комп менять. Да все уже загрузилось почти. Давай, давай, быстрее. Так. Я по традиции спецназовец. О, удивительно, я не сдох. И мне, кстати, сразу же на первом раунде выпало очень классное оружие. Это SCAR-20. Я не... Какого фига? Мне еще ничего не выпало ни разу. Я не выбирал, мне само оно выпало причем. О, это был ты? Охренеть! Почему мне одни пистолеты? О, еще один хедшот. Ну я не знаю, тут всегда рандомное оружие выпадает. Бонусное также... оружие пистолет, а у меня в руках пистолет. На нек... Что за... Да, тут одни и те же оружия могут быть, к сожалению. Кстати, вы, наверное, спросите, почему у меня свет тут разный. Дело в том, что у меня передо мной Яндекс.Лампа, которая разными цветами может гореть. А еще, смотрите, тут есть курицы. Их можно убивать, но я люблю животных, так что мы этого делать не будем. О, теперь я знаю, где ты. Да ну, неужели? Так ты все равно... А, мы же тут же мгновенное возрождение. В режиме бой насмерть мгновенное возрождение после... Ну, не мгновенное, но мы возрождаемся. И можем продолжать играть. После того, как умрем. Да, я проигрываю. Также в этом режиме доступна вот такой медшприц, который можно активировать при... И, если у вас мало здоровья. Но его надо экономить, потому что он выпадает редко. Да блин, мои боты уже сами всю работу за меня делают. Ты каких ботов, кстати, поставил? Опытных или каких? А вот это я не знаю. Хо, ты даже не посмотрел. Ну, кстати, опытные там, средние. Ну, стреляют они круто. Я разницы даже сейчас не заметил. Опа, один грузится. Ну что он тупит-то? А, это мой, это мой, блин, вот я тупой. Я не могу ни одного твоего найти. А я твоих тоже что-то не нахожу. Мои боты сами все делают. Убивают. Я лично не нахожу твоих. А, у меня случайно оружие было выключено. Какого фига? А. Меня еще не замочили ни разу. А вот я тебе уже мочил. Офигеть, как ты от меня отстаешь. У меня 27 очков, у Лехи 19. Да уже... блин, что за фигня? Какие-то они слишком опытные. О, я нашел одного из твоих на... перезарядка! Вот очень вовремя перезарядка. На нафиг. Ну вот, мгновенные выстрелы, это ты стопудово. Да, это был ты, я угадал. В смысле мгновенные? Ну, прям такие супер-пупер частые. Но частота высокая. Вот это я имею в виду.
Кстати, даже после смерти кого-либо почему-то остается на некоторое время знак вопроса. Это очень странно. Блин, меня убили. Из калаша. Меняем свет. Будем, наверное, менять цвет ламп, чтобы какой-то был эффект. Ой, я нашел твоего, который дико тупит. Нет, ах ты твой. Почему тупит? Это я типа тупил сейчас? Нет, нет, я убил не тебя, я не тебя сейчас убил. Ну а до того... Вау, нифига себе! Вот это было прикольно. Короче, я подхожу, я его убиваю, он так красиво отлетает, и я сразу же подыхаю. Нет. Походу, это по-настоящему опытный еще. Они слишком хорошо стреляют. Ну да, кстати, да. Походу, тогда просто какая-то ошибка была. P90 мне, кстати, был второй раз. Ты посмотри на счет там. О, не на счет, а справа. На убийство. Просто да, я всех пробую. Ну да, я вижу. Да, я вижу. Правда, вот камера загораживает, к сожалению. На нафиг, в голову прям попал. Конечно же, после этого раунда мы поменяемся ролями еще. Ты что там делаешь, блин? Использую медшприц. Блин, я просрал возможность АВП сейчас взять. Блин. Ну и фиг с ним, ладно. Ой, перезарядка пошла. Говно какое. А, у него тоже перезарядка. Я его убил, потому что у него тоже была перезарядка. Позже, чем у меня. Невидимая курица. Какого фига? Ой, зачем я курицу убиваю? Блин, вот как взял АВП, так всех мочить начал. Ладно, я в следующий раз... Это ли не прекрасно? А ты сам взял или тебе выпал? Выпал. Блин, надо точку эту на экране поставить. О, бонусное оружие Скар. Выбираем. Активируем. Я взял Скар. Бонусным оружием. На нафиг. Медшприц. Блин. Ну ты хитрожопый. У тебя аналог этого Скара был. Г. Я взял Г. Опять Скар это был. Я видел, как ты медшприц себе воткнул. Я такой. И ты такой. Блин. Я хотел его пристрелить, уже за меня это сделали. Ого, смотри, а меня... ты выигрываешь, ты! Ну так как у меня в руках АВП появилось, или что-то Скар этот, так сразу счет. Можно бесплатно так оружие заменить. В правильную сторону пошел, как говорится. Ладно, я вот это, короче, тогда беру оружие. На, нафиг. Ах ты крыса. Так-то, сынок, я давно тебя учуял. Ну сейчас ты умрешь. Ну, не знаешь, не факт. Я умираю реже, чем ты, кстати. О, поровну счет, кстати, пошел, смотри. Ой, я отвлекся! Блин. Блин, черный экран, ничего не вижу, черный экран. Вау, вот эта пушка, я не знаю, хорошая она или нет. МП-9. Выпало мне? О, я подставил. Не хедшот, к сожалению, но прям быстро очень замочил одного из твоих. Хотя, может, он уже ранен был. Блин, почему я все время... Почему я по этой стороне постоянно иду? Давайте по другой теперь пойдем. О, тут кто-то есть. Блин. Я думал, замочу его, ну ладно. Так, главное не проиграть. О, тебе хедшот поставили. Офигенно.
О, мне выпал Макси, который купил Макси, Мадзе, и меня замочили. Офигеть, у тебя опять... Блин, ты можешь выиграть сейчас, тебе надо 4 убийства еще сделать, и ты выиграл. 3 убийства. Нельзя дать тебе это сделать, блин. Одно убийство. А мне... Ну ладно, ты вы... Какой-то фиговый раунд, ты выиграл. Ну ладно, меняемся ролями, может быть, мне в этот раз повезет. Я не понимаю, какой смысл ролями меняться, наверное. Да, по-моему, за террористы не могут тебе ставить. На нафиг. Ты крыса, ты откуда взялся-то? Я заспаунился прям рядом с тобой. Включаем экстренный режим света. Ой, твоих двое сразу. Ну я трое. Я одного убил. Так, ладно, нельзя дать тебе меня выиграть сейчас. Сразу троих одним выстрелом в голову. Одним выстрелом в голову троих? Ты что, убираешь, что ли? Я сам офигел. Да я ошалел, не офигел. Блин, я забываю, что. И то, и то, блин. Ой! Мне медшприц не дают, а у меня 3 хп. И по мне. Стрельнул один. Я будто капкан клебу деньги лопатами. Вау, блин! Ой. Извини, Валюк. Такова твоя судьба. Мне выпал автомат Галиль. Твоя судьба должна быть не лучшей, как минимум. Ой, перезарядка пошла. Вот какого... О! Бот Тони спас меня только что. Он меня мог сейчас замочить, но Тони подошел и убил. АВП. АВП берем. Раз он тебе помог, может, он и мне поможет. Хотя что-то я хуже с ним такое чувство, что обращаюсь, чем ты. Блин. Блин. Ну, сразу двое окружили меня и убили. О, мне выпало хорошее оружие. Главное вот не профукать никого. Так, не он, включаем. Я убил двоих сразу твоих. Пойду снова по этой стороне, которую я тщательно избегал. У меня же есть Макс 7. Зачем я... Ах, ты блин, меня убил. Блин, меня тоже убили. Рядом с тобой один из твоих был. Тут все оружие бесплатно достается. В этом режиме просто нет денег. Никаких. О, я в эту сторону никогда не ходил, пойду. Да. В этом режиме просто нет денег. Как и в кошельке у Максимации. На нафиг. А мне, кстати, недавно подогнали деньги. Эй, Максимация, я сзади. Кого ты сзади? На нафиг, сзади ты. Нет! Да! Блин! Только мне выпал медшприц, так я умер. О, Негев. Негев выпал. Свеча. Режим свечи. Вот с Негем, конечно, ходить не очень удобно. Блин! Да, Негев что-то не очень ты мне помог. Лучше взять другое оружие. Сэвидов. Это говно какое-то. Берем другое оружие. Кстати, не совсем я понимаю, зачем в этом режиме есть возможность заменить оружие в самом начале бесплатно на любое. Нефиг просто рандомное оружие и кому как повезет ставить. А то так все будут постоянно брать себе любое оружие и
выигрывать. Блин, это я так, я так и знал, что это был ты. Почему? У меня перезарядка пошла опять. Из-за меня? Ага. Когда ты появился, у меня перезарядка пошла, я тебя не смог замутить. Хедшот, мадафака. Блин, я снег его просто все. Хедшот, бич. Дробаш, иди нафиг просто. Не, мне кажется, это опытно. G1 берем. Мне кажется, это опытные играют. Ну да, кстати, да, они очень хорошо мочат. Вот, Дерек. Сдохни нафиг. О, загружается один твой. Нельзя в крысу убивать. Ну а вот я только что это сделал. Блин. Не успел убить его. Надо было в голову стрелять. Охренеть, ты выигрываешь. Берем вот эту пушку и у тебя... Как я вовремя среагировал? Как я среагировал вовремя, а? Как? Вот так. Блин! Да ёп... А, режим океана включаем. Блин, надо было... Блин, я просрал возможность купить другое оружие. Точнее, взять. Мог ты. Берем вот эту пушку. Только не говорите, что я снова проиграю сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что такое, а? Вертишься как говно, блин. В лепешке. Это не я, а Макси. Который купил Максимадзе. Нет. Камикадзе. На, нафиг. Максимадзе. Даже не нанес. Маг. Сим. Купил маг. 7. Вот это прям вообще офигенно. Вау, откуда? На, нафиг. Почему мне медшприц до сих пор не дают? Блин, я бы ставил бы твоим сейчас убийство, но, блин... Они что-то прячутся у тебя сильно. Я не то, чтобы прям сильно от тебя отстаю. Отстаю, но не очень сильно. Так что, может быть... Но то, что я тебя выиграю, это что-то я уже не очень уверен. Блин, вот еще самое время застревать вот здесь. Вот здесь только что кто был кто-то, но только что пропал. Блин. Блин, тебе уже все. Валек! А чё это за... А чё это за значок у одного из твоих ботов? Белый. Да всё, ты выиграл. Ты уже выиграл. SSG08, чё за говно? Блин, он мне бы лучше бы... Я лучше бы на АБ сейчас нажал. Ну всё, опять Лёха выиграл. Я уже заколебался выигрывать. Ну все, всем пока. Че, у тебя все время закончилось? Ну, ты давай быстрее следующий выпуск начинай. А мы еще запишем? Да, давай. Хорошо. Все, всем пока. Ладно, на сегодня все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, на канал Чехочетов Врачу и на группу ВКонтакте. Всем пока.